весь процесс совершения строительства этой школы, потому что он абсолютно прозрачен. Чтобы было понятно, почему он это рисует, там четко ответ, кто виноват, что сделано для того, чтобы исправить те недочеты, которые были в течение вот этого времени, и почему эта школа не проводилась, да, в каком состоянии сейчас, и попросим, чтобы была открытая для людей общественная приемная, чтобы пригласили средства массовой информации. Все средства массовой информации, которые есть, и те, которые поддерживаются, и те, которые даже критикуют, чтобы все посмотрели, местные жители могли зайти, да, там, общественные организации. Пришли, посмотрели, наглядно показали, что вот есть школа, она сейчас в нормативном состоянии, все хорошо, объект готов, можно принимать детей. Спасибо большое.